Лео рисует? Привет, я Лео! И я сегодня как Майнкрафт. Привет, ребят. Меня зовут Макс. А ты кто? Я Лео, ты меня не узнаешь? Узнаю, конечно же. Привет, Лео. Я смотрю, ты заигрался в Майнкрафт. Да, я так долго играю в Майнкрафт, и теперь я хочу что-нибудь нарисовать из Майнкрафта. Давай, нарисуем сейчас крипера. Окей. Будем рисовать вот такой гуашью. Гуашь называется Лео. Классическая гуашь Лео, густая, укрылистая, хорошо смешивается и ложится на бумагу как раз для крипера. Идеально подходит для крипера. Берем кисточку, ребят, и, конечно же, зеленый цвет. А можно розовый? Если ты хочешь розового крипера, то бери розовый. Но я беру все-таки зеленый цвет, потому что крипер зеленый. И, конечно же, он квадратный, как наш Лео сейчас. Рисуем квадратик сверху прям зеленой краской. Вот такой квадратик. Очень легко. Это голова крипера. Хе-хе, ребят, я надеюсь, вы любите играть в Майнкрафт и любите рисовать Майнкрафт. Очень люблю рисовать Майнкрафт. Хорошая, хорошая игра. Очень развивающая, и можно изучать что-нибудь. Например, механизмы. Например. Вот наша голова нашего крипера готова. Теперь рисуем ему тело. Тело такое вот. Что еще у крипера есть? У крипера есть ноги, лапы. Лапы, точно, у крипера есть лапы. Тело у него прямоугольное, а лапы квадратные. Вот здесь одну лапу, а здесь вторую лапу. Это очень просто нарисовать. Просто квадратики рисуй, и вот крипер готов. Руки, ноги будут? Нет, только лапы, как у настоящего крипера Майнкрафт. Хорошо, ребят, смываем кисточку, потому что больше зеленая краска нам не понадобится. Нам понадобится темно-зеленая краска. А зачем? Зачем, Лео, зачем нам темно-зеленая краска? Чтобы нарисовать пятнышки. Хорошо, будем рисовать в точности, как в Майнкрафте все есть. Нарисуем пятнышки. Вот так, несколько пятнышков. И они будут выглядеть здорово. Вот такие пятнышки есть в Майнкрафте. И мы все нарисовали. Мы настоящие художники с тобой. Смываем кисточку. Еще раз. И возьмем черный цвет и нарисуем страшную мордаху крипера, пока он не взорвался. Ха-ха-ха, Майнкрафт, меня раздери. Не ругайся, Лео. Мы с тобой классные ребята, рисуем, а ребята за нами повторяют. Так что ты хоть должен себя вести прилично, уж тем более я. Вот глаза крипера, а теперь его страшную-страшную пасть. Вот такая вот морда или пасть, такая она есть. Это было легко. Конечно, ребят, если вам нравится, то ставьте лайк. Если лайков будет много, то мы порисуем еще что-нибудь слева из Майнкрафта. И это будет просто, как вот и сейчас. И это будет весело. Это будет просто и весело. Это будет все квадратное. Да, Майнкрафт классная игра. Мы ее, конечно, всячески одобряем. Но рисовать все-таки можно и по-настоящему, в реальной жизни, не только в Майнкрафте кубиками, да? Отлично! И обязательно приходите к нам на Лео рисует, и обязательно в Инстаграм заходите. Мам, зовем вас, мам, там много фотоуроков. А если тебе нравится музыка и ТикТок, то Лео рисует есть и в ТикТоке. ТикТок, супер! Ребят, хороших рисунков и до новых встреч в Майнкрафте. Пока-пока!